давайте без предисловий начнем с наших прекрасных организаторов. Поприветствуйте их тоже. Всем привет! Меня зовут Ксюша, я организатор Торафест, я очень рада вас всех сегодня видеть, очень рада, что вы пришли сегодня на фестиваль. Хочу всем участникам, которые сейчас стоят за сценой и волнуются, пожелать удачи и побольше моральных сил. Похлопайте, Ксения. Всем привет, меня зовут Лин, я второй организатор Торафест. Благодарю вас за то, что посетили наш фестиваль сегодня, надеюсь, что вы хорошо проведете время. Насладитесь конкурсной программой и вообще, в принципе, получите удовольствие от сегодняшнего дня. Несмотря на очень плохие погодные условия, рада, что все мы здесь собрались. Что хочется сказать? Не забывайте, что у нас есть прекрасные ивент-стенды на втором этаже, свайпа, гадалка, вкусный фудкорт, а также фотостудия Дали предоставила нам замечательный фотоугол, который может пофоткаться любой посетитель абсолютно бесплатно. И прекрасная аллея авторов, на которой вы можете купить абсолютно любой мерч. Подарки к Новому году. Все. А теперь давайте поприветствуем наших дорогих жюри. Коздуэт Кай и Гер, а также Хароми. И вот микрофон у нас. Так, в общем-то, спасибо большое, действительно, что пришли. Мы будем очень рады посмотреть всех. И желаем вам огромной удачи. Кайфуйте на сцене, развлекайтесь, веселитесь. Мы все оценим, посмотрим. Вы самые красивые. Я присоединяюсь к всему вышесказанному. Я желаю, чтобы у вас все прошло по плану, никакой крафт не развалился. Да даже если развалится, не переживайте. И главное, я хочу, чтобы вы вышли на сцену и просто получили удовольствие от своего выступления, и тогда у вас точно все получится. Ну что, тогда прошу жюри присесть на свои места. И давайте начнем с нашего прекрасного показательного выступления.